Багатьом мамам знайома така ситуація. Малюк дорослішає, а вкласти його на ніч у власне ліжко ніяк не виходить. Коли вже час привчати дитину спати окремо від батьків? Тема сьогоднішнього засідання клубу розумних мам. Отучать ребенка спать рядом с родителями надо постепенно. Например, когда к 2-3 годам у него самого должно появиться желание переселиться в свою кроватку. Именно после 2 лет у ребенка начинается кризис самостоятельности. Ваш малыш хочет быть взрослым и все чаще повторяет «я сам». Поймав его на слове, можете начинать отучать спать его со взрослыми. Для начала укладывать ребенка одного только днем. Такой самостоятельный сон не вызовет у него особого стресса. Укладывая малыша спать днем в своей постели, уходите на несколько минут в другую комнату, объяснив свой уход каким-то очень важным, срочным для вас делом. А взамен оставьте с малышом его любимую игрушку, поручая ей заботиться о ребенке. Вернувшись, выразите свою благодарность игрушке за ее опеку. Так потихоньку малыш привыкнет спать с игрушкой, которая будет у него ассоциироваться с чем-то, на что можно положиться и что охраняет его во сне. Если же малыш отказывается спать один ночью, положите в кровать большую мягкую игрушку, но так, чтобы она лежала между ребенком и вами и стала для малыша некой преградой между мамой. Поставьте рядом с родительской кроватью детскую кроватку, предварительно отрегулировав высоту и сняв одну из стенок. Потихоньку, по 5 сантиметров в день, отодвигайте баюшку малыша в его зону отдыха. Переселяя ребенка в отдельную комнату, задумайтесь о том, какие у него будут там ощущения. Постарайтесь совместно с малышом установить нарядный ночник, приобрести яркое постельное белье. Новые украшения и аксессуары для сна сделают детскую интересной для крохи. Каждый ребенок очень чутко воспринимает запах своей мамы. Наши бабушки, когда отучали ребенка спать со взрослыми, подкладывали в баюшку малыша какую-либо вещь, обладающую запахом мамы. Вот такой нехитрый способ помогал ребенку спать спокойно. Какая бы ни была ситуация, всегда прислушивайтесь к малышу и своим ощущениям. Именно так вы выберете наиболее оптимальную тактику, как отучить ребенка спать вместе с вами. Будьте счастливы!